Движение по переправе через Лямин в Сургутском районе будет организовано с ограничением. Речь идет о понтонной переправе между поселениями Лямина и Сытомина. Ограничить движение пришлось в связи с погодными условиями на период ледостава, чтобы лед не повредил крепление между понтонами. Так, в дневное время с 26 октября по 15 ноября на противоположный берег можно перебраться на автомобилях массой, не превышающей 15 тонн. Ночью в период с 9 вечера до 8 утра попасть на другой берег не удастся. Исключением станут экстренные ситуации. Вынужденные меры продлятся до 15 ноября. К слову, к такому сценарию в поселениях уже готовы. Как сообщили в администрации Сургутского района, в населенные пункты завезли дополнительный запас топлива, необходимое количество медикаментов, а также продуктов питания. Пускается по небольшому количеству. Вот, допустим, заезжают 3-4 машины легковых. Проезжают, остальные ждут. Со следующей, с другой стороны, заезжают 3-4 машины, все остальные ждут. То есть, как бы вот свободно нет, но движение не перекрыто полностью. Также будут проводиться работы по разводке понтонного моста для пропуска снежных. Пропускается по небольшому количеству. Вот, допустим, заезжают 3-4 машины легковых, проезжают, остальные ждут. С другой стороны, заезжают 3-4 машины, все остальные ждут. То есть, как бы вот свободно нет, но движение не перекрыто полностью. Также будут проводиться работы по разводке понтонного моста для пропуска снежной шуки. Но это, я так полагаю, не в ночное время проводят, чтобы не ограничивать движение транспорта.